Всем привет, YouTube, привет. Вот приехала к нам Приора. И чуть тут поднакрыла градиком тоже. Машинка белая, красивая. Всю ее, конечно, тут побила. Вот, ну что делать? Придется, конечно, капот снимать тут. На лбу прям такие здесь вмятины прям хорошие. Как будто человек ехал в этот момент. Ну, может, и ехал. Вот, в общем, все. И эту крышечку, и крылья. Стойку вот здесь вот эту немножко, слегка. В общем, досталось машинки. Чуть-чуть. Прям здесь тоже досталось. Ну и капоту. Самое, конечно, больше всего капот и крыша. Вот. Дала 7. Вот. Вполне себе хорошо все видно, да? Вот. Особо снимать не будем. Это такой легкий экскурс, так сказать. Вот. Видно, что машинку побило. Теперь надо взять это все выпрямить. Вот они, градушки. Градушки. О, сколько их. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Ну, шагрин. Такая крупнючая. Такая прям крупная шагрин на машине. Обалдеть. Вот, видно, да, я попал в шагрин. Вот. Такая крупная шагринка. Вот она уатинка. Вот она следующая. Вот так бы, как под очистительным стеклом их делать, можно было бы идеально делать. Или близко. Ну а так по телефону в каждый глаз не вставит. Поэтому приходится делать лампочками. Оригинально, да? Прям как НЛО какой выглядит. Вот он и мусор такой тут присутствует. Ничего с этим не попишешь. Ну вот иногда, когда как бы и не очень хотелось, камера снимает, вот пожалуйста. Ну, а иной раз, когда хочется что-то снять, ничего не получается. Ну ладно, это такой небольшой анонс. Вот Приора. Интересный эпизодик. Надо по граду. Как град иногда падает. Кучно. Ну, тут открытый доступ везде, поэтому проблем будет. Вот, вот это место было. Вот. Теперь у нас вот интересный момент. Что самое характерное, мне нравится в этом автомобиле, что практически вот до сюда мы можем залезть вот таким вот инструментом, даже таким, вот, и все там прошевелить. Практически до края элемента. Вот. Конечно, и снимать, и давить не это получается, но юмор в том, что вот практически до самого края можно долезть. Я извиняюсь, сделаю потом, если надо.
Как я уже говорил, не получается одновременно и снимать. Лучше всего мне нравится вот сюда, в это место, заходить вот таким вот крючочком. Формы тут произвольные, подгинать можно и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, в любом месте. Это инструмент, это не таблица умножения, где 2×2 – 4, а 3×3 – 9. Вот. Как вам удобно, можно гнуть, перегинать этот инструмент, в конце концов, если он сломается. У меня пока что ни один не сломался. Вот. Можно взять такой кусочек стали, вот, согнуть новый крючок, заточить и опять им ковырять. Потому что эти крючки, они практически стоят копейки, можно так сказать, в наше время. Копеек, цены, конечно, не копеечные, но имеется в виду не так дорого, как, допустим, ценят фирмачи. Вот, поехали дальше. Продолжаем играться с машиной. Тут засвечивает сейчас. Вот такая вот красота у нас тут. Рясно-рясно уродилась. Вот, так что есть с чем поработать. Продолжаем.